Нет, Вася не надо звать. Василиса надо. Прекрасная, Василиса премудрая. Сказки никто Васи не звал Василиса. Все называют Василису Василисой. Если люди не адеквейшн, будут называть Васи, ради бога. У нас не дочь, не мальчик, у нас не Вася, знаешь, Василиса. В паспорте на Василиса. Не-не-не, знаешь что? Лиса. Василиса, это волшебный цветочек. Они начинают, у меня в школе три девчонки Василиса были, и просто ну, дают же прозвище в школах, и начинают Вася, 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 Вася. В школах все равно же всегда клички, прозвище всем дают. Так да сейчас уже нет такого. Да я тебя сейчас всех полными именам называют. Нет, школа. Ариана, Арина, Арина, нет, Ариана. Нет, взрослые, дети. Да мне наплевать, как что будет говорить. Мне нравится имя. Это мое самое любимое редкое имя. Царское имя. Кто тебе говорит, что плохое имя? Да потому что вы надоели уже, Вася, Вася. Вы что, прикалываете, что ли? Василиса Дмитриевна. Да мне это неприятно. У вас будут свои дети. Когда вы будете так, скажите. Мама, два ребенка. Мне неприятно. Мне неприятно. Приятно еще раз говорить. Какая у мамы Вася? Два ребенка, и меня Слава в школе называли, тебя по-другому в школе называли. Что такое? Меня она... Оля называли. Именем, по имени меня называли Оля. Нет, ты говорила, что Григоревска как-то Гриша кликали, что-то вот так вот так вот в школе. Да меня всегда Григорий как-то. Да, да, да. Ты что? Мама. Меня звали Оля по имени, не было такого. А что ты вот здесь? Что такое? Для меня ты Оля, и все, что ты. Это Василиска у нас. Кто-то что-то говорит про плохое имя. Василиска, Ириска. Да никто плохого, никто не говорит. Василисушка, Василечек, Василек. Какая Вася нафиг? У нас никаких кличек не будет. Да никто, мы же не называем Вася, мы тебе говорим, ладно, все. Бесполезно. Давайте я тебя буду называть Люся, а тебя буду Клава. Да мы же... А хотя у вас именно Алена и Таня. У тебя вообще голова в какую сторону? Не надо мне тут это говорить. Нет, моего сейчас. Ребенка называть ее Вася. Она не Вася, Василис, она Василиса. Василиса премудрая наша. Василиса прекрасна, Василиса премудрая. Не надо дурочку тут это врубать. Ужас. Типа вы тут пошутили. Пойдем, Димуль, гулять. Да, только можно быстрее спорта. Давайте пойдем. Попрощаемся с бабушкой и с Аленкой пока. Да, пока, все, пока, я пойду погуляю и вернусь. Не надо мне такие вещи больше говорить. Вот серьезно, я вас прошу. Извини, пожалуйста. Мне неприятно. Ладно, извини, Оль, все поняли. Вы что, прикалываетесь? Олюшка, Олюшка, ну все услышали, лапа моя. Ну ты чего? Заводишься. И всем буду рот закрывать за свою дочку. Еще раз я услышу, кто-то ее Вася назовет. Я тогда буду называть по-другому. Не так, как человека зовут. Тоже буду искажать имена. Вот женщине 30 лет. И посмотри, как ты себя ведешь. Оля, ну я же попросил никого не называть. Черкасова. Ужасно просто. Я же исправил, со стороны вот это просто так некрасиво.